Еще один трофей. Точно в цели. О, господи, вот это замес. Но может найдется у них тут что стоящее. Пригодится. Ага.
Все, есть. Чего-нибудь достоит. Thank you.
Привет. Это снова я. Бухарь говорит, мне не надо больше сюда приходить. Он спрашивает, какая от этого польза, и может, он прав, не знаю. Ему на днях сильно досталось. Мы наткнулись на упокоителей, и они обожгли им руку. Выглядит паршиво. Я порыскал в одном из этих... Как их там? В передвижном медпункте. Нашел там стерильные бинты. И я надеюсь, что этого достаточно, но... Бухарь, знаешь, он говорит, все нормально, но я что-то сомневаюсь. На руке живого места нет. Понимаешь, это я виноват. Я его подставил, потому что надо было деталь одну добыть. Ради сраной детали. Да и то бестолку. Сучара Коупленд пустил мой байк на запчасти. Я этот байк целый год собирал. Тебе бы понравилось. Он не такой крутой, как тот, на котором я учил тебя ездить, но тоже ничего. Помнишь бензобак, который ты разрисовал? Вот он единственный уцелел от старого байка. А теперь его не стало. Как только я соберу его обратно, ну, в смысле, мой байк, и как Бухарь оклемается, мы поедем на север. Начнем с чистого листа. А то здесь слишком много воспоминаний. В общем, я к тому, что мы можем больше не увидеться. Диком? Эй, Зенни, руки как? Чистые? А топлива-то все меньше. До встречи. Ну, пока, Дик. Чем могу помочь? Как дела, Зенни? Пока, Зенни. Увидимся. Сент-Джон, удачи тебе. Yeah.
Умоляю! Спасите! Помогите! Тихо, тихо, тихо! Все хорошо. Ты хочешь тут сдохнуть? Слушай, рядом есть лагерь. Что? Что? Лагерь? Есть лагерь? Какой лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Иди в сторону трехпалого Джека. Найди курорт Соломея. Поговори с Алкаем Тернером. Он поможет. О, спасибо. Спасибо. Черт, я думал, у меня конец. Мне... Я бы сдох, понимаешь? Большое спасибо, Ени. Спасибо. Спасибо. Я Дикон. Они меня знают. Просто держись подальше от дорог. Ну что, научить тебя охотиться? Я умею стрелять из пушки.
Это винтовка, а не пушка. Я служил в 10-м горном, так что не надо мне тут морпеха включать. Оленя убивают совсем не так, как человека. Или фрика. Основа охоты – взять след. Нужно собраться. Увидеть подсказки природы. Если приглядеться, увидишь знаки. Вот и хорошо. Смотри, видишь оленей помет? Свежий. Ну да, вижу. Ведут туда. Да, это понятно. Ну так пойдем. Вон он, твой олень. Вижу. Вот, держи мою винтовку. Если служил в 10-м горном, с оптическим прицелом разберешься. Да, Коуп, уж разберусь как-нибудь. Не спеша, не спеша. Да знаю я. Попал! Черт. Ну лезь уже! А черт, я его только задел. Он ушел. Нет, это ничего. Ты его ранил. Он теперь быстро ослабеет. Главное выследить. Ага. Видишь кровь? Присмотрись. Да, вижу. Иди по следу. Иду. Он уже ослабел от кровопотери. Скоро свалится. Я думаю, мы вот-вот увидим его тушу. Ну что, умеешь потрошить добычу? Да. Мы с Бухарем и раньше охотились до всего этого. Он еще с отцом своим на оленя ходил. В общем, он показал мне, как потрошить надо. Ну, при всем уважении к Бухарю, тебе есть чему поучиться. Уж больно много мяса зря пропадает. Но в целом, неплохо. Для новичка. Ну, спасибо. Ладно, давай-ка назад винтовку. Держи, спасибо. Расклад такой. Мяса нам нужно как можно больше. У нас еще не все встали на ноги после того нападения. Ладно, Коуп, я буду иметь это в виду. Сейчас я открою вам. Как дела, Бухарь? Да нормально со мной все. Слушай, Дик, у нас мало припасов. Нам бы оленина добыть, если получится. Да, правда. Как-то мы давно не охотились. Попробую там по дороге раздобыть тушу. Ты помнишь, что нужно делать? Коуп меня кое-чему научил. Хочешь верь, хочешь нет. Коуп? Шутишь, что ли? Спасибо, Дик. Да.
скорого. Свежее мясо. Вот так вот. Эй, с возвращением. Вот, теперь надо отнести все Бухарю. О, Дик, рад видеть. Возьми теперь на 100 лет. А ты попробуй мозги подключить. Тебе байк-то заправить? Тебя заправить? Пока. Эй, заходи еще. Вдруг что-то появится. Радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Я вырос в этих лесах. Дед научил меня охотиться. Вот только пригодились мне эти уроки в мире, которого дед и представить себе не мог. Первый домик на дереве я построил, чтобы следить за оленями. Высота дает преимущество над добычей. Оттуда я и пристрелил своего первого оленя. Мой лагерь и сейчас находится на деревьях. Если хотите выжить и можете принести пользу своим существованием, приходите, мы примем. А еще дед объяснил мне, что на олени иногда приходится устраивать засаду. Прячься там, куда они непременно пойдут. Например, у водопоя. Сейчас любой может стать и охотником, и добычей. Поэтому, отправляясь по своим делам, будьте настороже. Но самым верным способом сцапать добычу, как объяснил мне дед, была и остается ловушка. Оставь у дерева селок, и вскоре найдешь в нем свой обед. Но будь осторожен. Даже отрубленная голова змеи может ужалить, особенно если она не совсем дохлая. Поверьте, если бы мой дед дожил до наших дней, он пережил бы нас всех. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Прекрасно, Коуп. Значит, с дедом вы расставляли силки, а с папашей клали солонцы. Тоже мне благородные охотники. Ну, теперь уже всем все равно. Привет. Давно тебя не было. Ну да, там снаружи как-то жестко. Мне надо поспать. Ага, давай. Эй, Бухарь, я принес мясо. На какое-то время хватит. А, Дик, спасибо. Ну, сейчас я не голоден, я засолю на потом. Передохну чуток. Фух, нормально.
Вот так. Порядок. Сержант, на обратном пути будет незапланированная остановка. Хочу проверить пару ловушек. Док, вам много еще времени нужно? Я не доктор, я вам уже говорил. Простите, лейтенант Убрай. Долго мы еще? По крайней мере, тебя не разорвали фрики. Ты ведь и сам мог стать одним из них. Думаю, тебе бы это не понравилось. Что тебе надо? Не подходи. Мы просто поговорим. Протокол Нера 2.7 предписывает, что при проведении операции в карантинной зоне, если я встречу каких-то намадов, то есть гражданских, мне запрещено вступать с ними в контакт. Правда? Ну, ты же вроде уже вступил в контакт. Ну, в общем, да. Ты живой.
Да. Живой. Как? Как ты выжил, убрать? Я не понимаю. Короче, в ту ночь ты был там, в Фервале. А потом в лагере беженцев вертолеты горели. И все до одного погибли. Там всех перебили, там всех разорвали на куски. Ладно, так, слушай, я могу по-хорошему или по-плохому. По-хорошему мы поговорим. Ты ответишь на вопросы и пойдешь копаться у фриков в кишках. Или зачем ты там сюда приперся. По-плохому я вскрою на тебе скафандр и глянем, как твои дружки отнесутся к тому, что ты надышался зараженного воздуха. Что выберешь, О'Брайен? Ладно, хорошо, хорошо. Ну, вспоминай, на крыше старой пивоварни я посадил в твой вертолет раненую женщину. Да, я помню, ну, конечно, у нее было ножевое ранение. Я пришел в лагерь беженцев, в который ты должен был ее доставить. Все были мертвы. Я повторю вопрос. Как ты смог выжить? Нас там не было. Нас развернули на юг, в другой лагерь. Тот, что в Белнапе, был захвачен, поэтому нас отправили на юг, в лагерь возле Силверлейк. Там кто-то выжил? А сейчас? Не знаю. Меня перевели в исследовательскую группу. Тихо, я выясню, я узнаю. У тебя наша рация. Вот как ты... Я ничего не обещаю, но я проверю. Ага, вместе пойдем, топай. Не надо, ты их не знаешь, они тебя застрелят. А я застрелю тебя. Слушай, если хочешь меня убить, убей, понял? Я сделал, что мог. Это была твоя жена? Я ей поставил капельницу, кислород. Я ее спас, а я греб за это проблему. У нее начался сепсис, она бы не выжила. Я отвез ее в госпиталь, я ее спас! О'Брайен, прием. Мне пора. Пожалуйста, уходи отсюда. Ты не знаешь этих людей. Не знаешь, на что они способны. Если ты исчезнешь, знай, я тебя из-под земли достану. И тогда сломанная антенна, и ты уже не отделаешься. Мне жаль, что так вышло с твоей женой. Но не ты один тогда потерял родных. Я тут тебя спрашивал, помнишь ли ты того урода из Неро, О'Брайена? Ну нет, не выйдет. Дик, я все это помню очень смутно. Да, да, ладно. Все сюда! Иду! Ой, когда мы отсюда уедем, Дик? У нас потери! Скоро, уже скоро. Слушай, как только твоя рука заживет, мы отсюда свалим. Да, Дик. Смастерил для тебя пару вещиц. Заскочишь? Ухарь, спасибо тебе. Я заеду.
О'Брайен! Ты меня слышишь, О'Брайен? Ах ты, тварь! Если ты мне не ответишь, тебе же хуже будет. Я знаю, что ты на этом канале! Будешь на связь, я тебя все равно найду. Ты понял? А, зараза! Ну давай, О'Брайен! Отвечай! Дик, ты на связи? Ты нашел вертолет? Это правда тот самый тип, который был тогда на крыше? Да. Да, это был он. Он нас вспомнил? Сару, что произошло? Не знаю. Их послали на юг. Он ее помнит, но не знает, что с ней в итоге стало. Ты же не думаешь, что она еще жива? Что? Нет. Нет, то есть я же не дурак. Я просто хочу выяснить, понимаешь? Хочу выяснить, что с ней стало. Где она умерла? Ну, может, ты наконец, не знаю, обретешь покой. Да какой нахрен покой? Ты что несешь-то? Ладно, мне пора. Отбой. Вот он!
Вот и генератор. Бензин. Да. То, что надо. Готово. Хорошо. Зеленый свет. Зеленый — это хорошо. Это всегда хорошо. Посмотрим поближе. Нет тока. Ну, конечно. Не-а, не туда. Yeah.
Зараза. Предохранитель сгорел. Где мне теперь взять предохранитель? Стоп. Нет, не сюда. Это здесь. Куда? Вот ты где. Предохранитель. Да. Вот теперь дело пойдет. Ну вот, порядок. Ну ладно. Что у нас здесь? Один регистратор. Отпустите меня! Что тут гады, отпустите! Мэм, вернитесь в машину. Нужно подождать. Мы тут ждем уже 12 часов. У меня в машине два больных ребенка. Мы... Нам нужно... У нас нет воды. Просто дайте нам воды. Мэм, вернитесь сейчас же в машину, ясно? Эдди, у тебя есть бутылка с водой? Дай ей. У нас есть... Дай ей воду. Спасибо. Так. А теперь отойдите. Да. Мы уже скоро вас пропустим. Ладно. Ждите. Спасибо. Извините. Простите меня. Забирай. Эй, что? В чем дело? Я ей соврала. Что? Они больше никого не пропустят. Лагерь забит под завязку. Что же нам делать? Не знаю, как ты. Подожди. У меня есть план. Какой план? Что? О чем ты? Я не понимаю. Нет! Что? Господи боже, столько народу. Бухарь точно сказал. Жуть, да и только. Толпились у этих блокпостов и ждали своей смерти. Да, инъектор Неро. Рабочий хоть... Химия для лучшей жизни. Прилягу ненадолго. Можно снова в бой.